Опа. Да давай кипнем, мы все-таки не агровые. Че нам 5 земелек? На том уже все цвета есть сразу. Давай хэппи, счастливо. Спасибо, что заходил. Я до сих пор не понимаю, как ты там в восток ложишься и еще отсыпаешься как-то. То сразу 5 земелек, мы что надо набрали уже. Давайте вдруг просто. Вдруг не заблокает. Если у него есть парк, то может блокать не будет. Не будет. Окей, он знает, что нету фаст пола. Не, ну на него экзекью тратить, конечно, не стоит. Ну, оппонент, что у тебя там серьезного? Опа, экстракт сюда. Ладно. Возможно, на руке все там плохо, ему надо было просто посмотреть карточку. То есть вполне возможно. Не сколько убить, сколько. Если там вообще фигня, например, с землями, то. А ему у него там 5-6 дропы, можно его. Чисто ради топ-дека посмотреть. Черт, нам теперь одни земли идут, да? Ладно, верю, все исправится. Сейчас нам щиток должен прийти и вперед. Все, уже экстракт потратил на того, уже этот посидит пару ходов. Там, может, пушку найдем. Ух ты. Окей, unblockable сюда. Пока мне это нравится. Экстракт в стрэнджера, unblockable в никуда. Диффендерок. Забавно. Он их, кстати, даже два в колоде. Отлично. Это хорошо. Ну, как хорошо? Не очень, конечно, хорошо, но... Чем, наверное, 3-3-то мне в атаку нельзя ходить, я не хочу с этим меняться. А другого нет, хочу. Хочу меняться. Одного летуна я убью. То есть мне надо поменяться, а мы проигрываем по воздуху. Да он еще сам выиграет нас сейчас. Кто его знает? То, что бронза еще ничего не значит. По крайней мере, у него, да, неудачный анблока было с лайфстилами, вот с экстрактом. Он нас на 4 бьет, мы на 4 бьем. Правда, проблема, что... Ох! Он нас сейчас сам выиграет, на самом деле. Не, нам, конечно, заводят просто ремувалы. Прям как надо. Экстракт туда, аннигилейт сюда, прям все здорово. Ну, так часто продолжаться не может, наверное. Тут, конечно, нам Длюмин дал 5 хп, это хорошо. Нам нужно пушку сюда, чтобы прессинговать двумя по земле уже. Спокойно. А так у него офигенная карта, кстати. Дансер, Минотавр, Экстракт, Инструктор. Неплохая колодка-то у парня. Посильнее, чем наша, может быть. Летуны хорошие вообще. То есть нам с аннигилейтом очень повезло, что пришел сейчас.
дальше рейс продолжает. Рейс и дальше продолжает, надо же. Ну, ты имеешь в виду этот, что ли, Рич? Рича нету? Ну, Рича нету, здесь Титан зато есть. Такой мега-Рич просто. Титан это у нас мега-Рич, можно так сказать. Он все окупает. Да, и между прочим, избавляясь от механики, сделали Титана. Да не, не думаю, вряд ли. Прям уж так избавлялись. Так, у нас три еще урона. Ну да, там Рич просто был, захват. Ух, ёшкин, ёшкин котик. Ух, ё-моё. Вот это дека у человека, вы смотрите. Дансер, Минотавр, Экстракт, Инструктор, Предатор. У. На 4, все равно раскачка будет всего на 4, да, если мы Дефендера поставим. Раскачка на 4 нам все равно не даст его убить. Нет, нам можно, конечно, сходить в атаку, поставить второго. Но если он второго убьет, и он, например, какой-нибудь анблок получит, то это будет вообще жесть какая-то. Нет, зачем? Он этого-то блокать не будет. Если этим пойду, он этого блокать и не будет. А если я вот этим пойду, то раскачки не помогут, я их отдам. То есть я ж просто так пойду 1-5 в атаку, он... зачем ему блокать 1-5? Вообще не нужно блокать. Чё такое один урон? Он бы и не блокал никак. Я про то, что он этих же не могу. А. Да нет, я не хочу ее тратить, а зачем? Я просто отдам одну кричу. Мне кажется, на мне раскачка сейчас важнее, чем одна крича, хотя не знаю. Не, это да. Не, просто если я хожу этим в атаку, а у него есть... Я ставлю это, у него есть ремувал, он проходит, это плохо. Поэтому лучше двух дефендеров было оставить, дефендером в атаку не ходить. Он и так анблока был получил. Ну ладно. Да и теперь уже плохо. Да, я бы двоих поставил, да, двоих бы подставил бы в блок. Но теперь тут анблок и все. Ну-ка, что там у него? Варкрай. Окей, Варкрай это еще ладно. Так, а сколько у нас урона? 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 5. Одного урона не хватает. Одного урона не хватает. Ё-моё. Не хватает одного урона. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, а если мы прошли, нам как раз хватило. Ну, кто же знал, что у него там unblockable есть, а? Кто же знал, что у него там есть unblockable? Никто не мог знать, что у него там анблок. А сейчас придет анблок, мы проиграем. В любом случае. Да, блин, если мы пошли то 1-5 в атаку, ну блин, я вообще не ожидал, что будет unblockable. Это, блин, совсем-совсем маленькая вероятность. Не, у меня теперь еще вот этот есть. Я еще его раскачаю просто, он хотя бы будет побольше. То есть я его в следующий ход все равно убью.
как мне кажется. Или был некритичный. Кстати, хотя да, был некритичный. Один урон, в принципе. Это надо считать. Может быть, я не досчитал. Может быть, один урон был некритичен, надо было оставить его. Ну все, ревенджа там нету, да? Опа! А у него свой трик есть. А у него рэпидшот. Ха-ха-ха-ха-ха. А у него рэпидшот. Надо был трипл блок, короче, делать. Хотя какая разница? Нет, трипл блок, да, надо был трипл блок делать, на рэпидшот играть, а? Да, у оппонента офиген, просто дэчка, просто пипец какой-то, а не дэчка. Фух, да, надо было еще вот это вот для верности, ну ладно. Хотя мы бы там с этого похилились, просто дофига бы тогда. Он не хотел, чтобы похилиться, чтобы я не похилился. Нет, а чё? Яд убирать? Да, оставить динозаврика? А я бы тогда его убивал, наверное, или нет? Не, не убивал, наверное. Да, я бы тогда не убивал его, просто блоки и все. Просто 1-5 пришлось бы оставить в блоке. Типа он не хотел, чтобы я похилился сильно. Да, мог бы сохранить, конечно. А там бы еще играть и играть. У меня второй бы 1-5 оставался, я бы ему проносил бы. А бы он блокал бы. 1-3 блокал и этим блокал. И тут такой подлый прям. Нет. Нам не надо 1-2 убивать сейчас. Там unblockable сейчас выйдет с ревенджем. Нет, еще не выйдет. Опа! Ема! Это что за дрянь? Это что за дрянь? Надо было убивать его, пожадничал, думал, выйдет что-нибудь. У него еще и пати Че чувак собрал? Пати, Дина, инструктор, страйк, рэпидшот, дансер. Ема, вот это дека. Вот это дека у оппонента, просто. Слушайте, что за жесть? А, не убили этого, но он подискардил землю, нашел патю. Это ужас. Это ужас. Вот я теперь боюсь, что мне убить, патю или вот этого? Ну с этого будет... с патьки будет у нас дров, а с этого будет дродискард, да? То есть с патьки у него просто лишняя карта будет одна, а здесь он одну выбросит, поэтому надо патьку убить. На 13 уже вот этого хватает, что он набрал. Это офигенно, кстати. Сейчас погоди, мы сейчас еще проиграем. Сейчас Харбиндер какой-нибудь выйдет. А! Он вот... Слушай, а почему он ее сразу не сыграл? А, она автоматом сыгралась. Она автоматом сыгралась.